Вы сегодня увидите вот сейчас видео, которое снял мой друг Саша. Он живет возле 6-й школы. Я нахожусь здесь. Вы узнали, это наш консервный завод. Дмитрий, тебе большой привет. Помнишь граница между двумя районами Балка и Хомутяновка? Это что я вот сейчас иду между нашими двумя районами. Что хочу вам сказать, что у нас очень-очень жарко. Я решил, просто я сейчас иду пешком к себе. Вы увидите Сашин голос, услышите вернее. И, пожалуйста, смотрите мой канал дальше. У нас тучки эти, ух, мама родная, какие заросли. Я сейчас, в общем, спускаюсь и иду к себе как положено. В общем, видите, машины, в принципе, еще в городе ездят. Ой, боже, тут и спуститься невозможно. Со стороны консервного завода. Значит, и еще. У нас тут был такой водопад целый, дождь хороший. Вот видите, как в городе. В общем, вы смотрите пока то, что снял Саша. Ну, а уж со мной-то вы увидитесь.